новый день, на разгрузочку приехали, кран привезли. Пацаны тут, короче, первый раз вижу, чтобы были больше стольника накачалось. Подушки в шоке. Они слегка только раскрылись. Тут, походу, все из 45, может быть, даже. Вчера тоже брокерша мне перед грузом присылает, короче, вид спереди, и колесо упало с дека. Я такой смотрю, что за фигня? Я ее спрашиваю, а почему это колесо? О, что это он подгазовывает? Сам. Почему это колесо, говорю, упало с дека? Она говорит, ну мимо дека. Я думаю, может это бим-трейлер. Бим-трейлер — это узкая платформа просто для вождения больших там, чтобы возить большие бульдозера там посередине просто. А колеса как бы над землей стелятся. Потом нет. И, короче, там мне чувак в этом песчаном карьере говорит. Они, говорит, его не смогли загрузить. Он упал с этого, с бима. И вот эта железка оторвалась и упала ему на крышу. Вспомнил. А перед этим мы еще на какую-то ферму заехали. Там не смогли ничего. Ну, я по Гуглу поехал, он меня не в ту степь отправил, как говорится. И вот так. А сейчас я его вот сюда куда-нибудь поставлю, и все. Или вот между этих двух траков. Да, но сегодня я немножко стрессанул то, что манометр зашкаливал. И подушки вообще показали нереальные величины. Так что он? Может, соляра кончается? Надо съезжать быстрее. Сюда поставить, а тут он не влезает. Сюда поставить. Стерлинг. Дурачок такой.
2003 года он, по-моему. Пойдет, пойдет.
Первый раз загрузил этот асфальтоукладчик. Заявлено, что он до 15 тонн. Пока я не знаю. Думаю, не знаю, заеду, не заеду на скейл. Потому что я не думаю, что тут тонна асфальта налипла. Ну, сколько-то налипло, да. Ingersoll Rand. Интересно рулится, интересно управляется. Там два модуля у него. Черепаха и заяц. Тут вот мое дерево, нажитое непосильным трудом. Ну и вот. Короче, в Фейсбуке разместил фотки этого автокрана в американской группе Heavy Haul. Вот капец, меня там смешали, короче. Попытались смешать со своим внутренним миром, так скажем. Да ты чё, куда ты, как ты возишь? Да как ты посмел? Да ты за копейки это все возишь, короче. Американцы в группе на Фейсбуке вот этот. Фотки автокрана. Да у тебя он высокий. Я говорю, да я не высокий, он 14, я его померил. Ну, короче, бесполезно доказывать им. Но правда, что Америка потихоньку превращается в Пакистан. И скоро будут варить на дороге. Вот как пакистанское видео уже есть. Посмотрите на ютубе. Все будут ремонтировать на дороге. Все вот такие вещи делать. Так что Америка к этому постепенно идет. В стране третьего мира. Судя по тому, что я вот вчера после разгрузки не смог это тоже... найти долго груз и прочие вещи. Так что такие дела. На Джексонвилл идет, а сейчас я нахожусь также в Теннесси, на ист от Нэшвилла, Лебанон, по-моему. Посмотрим, какие варианты. Возможно, через дом поеду, возможно, просто сразу на Джексонвилл. Суббота этой же неделе, ребята, нахожусь у себя на ярде. Сделал немаленький круг, почти 300 миль, чтобы домой заехать. Ну, буду откладывать. Сейчас покажу, попробую завести, чтобы батарейка не протухла. Насколько я понял, вот так раз, это у нас зажигание включилось. Вот индикатор батарейки, и мы нажимаем. Так, тормоза на единице, то есть... стоят. Это у нас вперед-назад. И тут, еще модуль черепаха. Опа, 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 опа. А, это вода налетела. Сейчас меня тут закидает. Пусть, короче, поколбасит. Так, а соляра. Блин, надеюсь, соляра есть у него. Потому что я не знаю, где тут индикатор соляры. Так. Чуть-чуть кривовато заехал. Ночью заезжал. Из последних сил уже ехал я, короче. Это было... Ну, то есть, сейчас суббота вечер, а я в субботу в час ночи приехали мы. Вот так. Так, это у нас машинное отделение.
Так что пусть немножко отколбасит и будет нормально. Надеюсь, что он заведется тоже. Батарейка, потому что довольно новая здесь. По сути, это просто такой колесный трактор. Вот это ведущее колесо, это рулевые колеса. И все. И он просто едет. И он просто едет, да. А просто у него вот этот скрин, он поднимается, и сзади, и вот эти два расширяются тоже. Неделька была такой тоже средней паршивости, и поэтому были их три груза всего, но неплохо. Этот идет на Джексонвилл, на вторник переношу. И я, короче, стоял в Нэшвилле, 160 миль там, до Луисвилла, а в Луисвилле сейчас проходит Mid-American Truck Show. И вот там, если бы не загрузил этого, то поехал бы на... Ну, всем привет, короче, Athletic Racking USA, у меня батарейка садится. Обнял всех.